Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И значит, готов дать на него ответ. Вы пишете, что у меня вопрос по поводу моей самооценки или скорее восприятия своей внешности. Здесь я сразу хотел бы вам заметить, что тот факт, что вы вообще обращаете внимание на свою внешность и сравниваете ее, свою внешность с другими, с внешностью других людей, говорит о том, что вы не любите себя. Вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И это проблема ваших родителей, это проблема взаимоотношения с вашими родителями. Это не только проблема того, что вас постригли под мальчика и все путали. Это именно общее взаимоотношение с вашими родителями, потому что определенно ваши родители, они нарушили ваши личные границы в тот момент, когда постригли вас под мальчика. Вот. Ну давайте просто подумаем, зачем они это сделали? Зачем? Зачем они постригли вас под мальчика? С какой целью? Что они вообще хотели этим сделать? Что они хотели этим сказать вам? И так далее. Это первое. Второе. Значит, неверность в себе пришла ко мне, кажется, в детстве. Проблема в том, что я очень мало помню из детства что-либо. Это не проблема, и решается это путем анализа снов, в первую очередь. Путем анализа снов это решается. Ну, это как вариант, потому что многие вещи нам из детства снятся. И именно во сне мы видим то, что видим из детства, и путем определенной работы над сновидениями, путем анализа ваших ассоциаций, которые приходят в зависимости от сновидений, можно понять, что же у вас действительно там было, то есть что-то вы будете вспоминать. Вы помните все, просто ваше сознание предпочитает забывать те вещи, которые, например, неприятные или которые сейчас уже не актуальны и так далее. То есть это все в принципе разбирает, что было бы желание ваше лучше себя понять. Например, далее вы пишете следующее, что я запомнила, как меня подстригли под мальчика и все путали меня с мальчиком. А я полагаю, что помимо травматичности самого факта, как вам уже сказали об этом мои коллеги, то что это очень драматично для девочки постричься под мальчика, помимо этого, есть еще одна проблема, которая, на мой взгляд, заключается в том, что вы не были достаточно близки со своими родителями, либо они были у вас слишком авторитарными, либо они вас пытались подавить. Ну, то, в принципе, одно и то же, надо сказать. Ну, там нет определенной тонкости, конечно, но тем не менее. Вот. И именно взаимоотношения ваши с вашими родителями определило то, как вы сейчас себя чувствуете. Именно взаимоотношения ваши с вашими родителями определило то, как вы себя сейчас воспринимаете, потому что именно они
именно родители должны в начале, в детстве прививать ребенку ощущение, что он самый лучший, что он там самый-самый красивый и так далее, так далее, так далее. Ваши родители этого не делали. И вот именно по этой причине, именно по, из-за этого мы можем говорить о том, что у вас проблемы с самооценкой. Именно из-за этого, из-за того, что ваши родители не выражали к вам в должной мере своего отношения. Причем отношения, надо сказать, адекватного, направленного именно на вас. Если, конечно, вам ну, не объяснили, зачем вас расстригли под мальчика, если у вас там не было какой-то болезни или еще каких-то проблем. Вот. И так далее. То есть это все очень важные моменты, о которых нужно разговаривать, разбираться и выяснять. Далее. Я выросла, мне было 13 лет, и я участвовала в конкурсе красоты. Значит, пела, танцевала, говорила речь, а в перерывах между всем этим рыдала, как сумасшедшая, хотела сбежать с конкурса. Почему? Почему вы хотели сбежать с конкурса? А что вы в себе подвергаете сомнению? А именно в себе, что вы подвергаете сомнению? И в чем вы не уверены в себе? И почему, кстати говоря? Понимаете, если родители вам чего-то не добавили, именно вот, ну, если родители не смогли дать вам того, что вам нужно, например, было, то это можно реализовать с помощью психолога. В беседах с психологом вы будете менять свое восприятие себя и постепенно-постепенно относиться к себе более ценностно. Более ценностно и более правильно, более адекватно. Далее, значит, так. Были с вами в караоке, я также пела там, но жутко стеснялась, жутко зажималась, хотя мне люди и говорят, что все хорошо, но я настроен на свои недостатки, как в делах, так и во внешности. Почему вы настроены на недостатки? Что мешает вам поверить в то, что вы там, достойны, что вы привлекательны и так далее? Откуда это у вас взялось? Что дает вам настроенность на недостатки? Я рекомендую вам, прежде чем вот, обращаться к психологу и начинать работу с ним, прочитать книгу «Я умею прыгать через лужи». Она, эта книга, как раз про ваши проблемы, и вы сможете понять, как они появляются. Пока я полагаю, что у вас есть определенный комплекс, это совокупность обстоятельств, которые для вас закреплены на аффективном уровне. Ну, например, тоже вот та же вот стрижка под мальчика, например. И, соответственно, теперь это вы реализуете на все. Но нужно разбираться в том, что же все-таки заставляет вас видеть себя именно так. Что заставляет вас воспринимать себя именно так. Далее,
Еще проблема, стоит парню фигурку сказать, смотри, блондинка красивая, как у меня, тут же падает настроение, и я плачу. Почему? Вы считаете себя менее красивым? А вы считаете, что красота, она измеряется чем? Сравнением? Вы считаете, что красота должна быть у всех одинаковой, и просто кто-то красивее, кто-то нет? Так вы это воспринимаете? Или как? Просто подумайте, с чем связана ваша реакция? На чем она основана? Я полагаю, что это очень важный момент для вас. Вот. Ну а чтобы поверить в себя, нужно работать над собой. Работать. Я предлагаю вам для начала выписать свои негативные и позитивные качества на листочке бумаги и аргументировать их. То есть аргументировать свою позицию, почему это качество у меня негативное, почему это качество у меня позитивное и так далее. Далее, после этого, я хотел бы, чтобы вы каждому качеству, позитивному или негативному, дописали антипод. То есть, полярное качество, противоположное качество. Я хочу, чтобы вы это сделали, и после эти два противоположных качества, а у вас получается к каждому качеству будет дописан свой антипод, чтобы вы постарались оба эти качества объединить в одну характеристику, в одно слово. Поработайте над этим, помимо чтения книг, и вы, помимо чтения книги, и вы сможете начать менять представление о себе. Если же вас волнует чисто внешность только своя, то тогда нужно понять, что у людей есть определенные стереотипы и алгоритмы восприятия внешности, вот, и все это определяется только их субъективной оценкой, которая к вам никакого отношения не имеет. Ну, кстати, вот в этой книге, о которой я говорил, это показывается, и показывается весьма неплохо. Так что почитайте, поработайте над своими характеристиками и помните, что если вот вам родители не додали чего-то, то все это решаемо, но решаемо только в том случае, если значит, вы будете работать с психологом на эту тему. Потому что восприятие себя меняется только через адекватную обратную связь с другим человеком. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!